How one can choose a spiritual master and how one can surrender to the spiritual master. Pray to Krishna for guidance. Необходимо молиться Кришне, чтобы тот направил нас. Surrender means you do what he says. А предаться значит следовать наставлениям. What does the spiritual master say? Что, какие наставления дает обычно духовный учитель? Chant Hare Krishna. Повторяйте Харе Кришна. Who does that glorify? Who do we glorify by the chanting? Кого мы прославляем, когда мы повторяем Харе Кришна? Krishna. Прославляем Кришну. Read Bhagavatam, Bhagavad Gita. Читайте Бхагавад-гиту, Шримад Бхагавад. И кого описывают эти книги? Шри Бхагаван Уача, Lord's instruction. Они описывают наставления самого Господа. So the Guru is only giving instructions, directing us to surrender to Krishna. Гуру — это тот, кто дает нам наставления, которые направляют нас к преданию Кришне. Now that you go and render some personal service to the Guru. Guru doesn't say, come and do personal service. Гуру не требует от нас какого-то личного служения для себя.